Ассаламу алейкум, урметли серчилер, Милет телеканалында хабирлер афта нәтиҗәләре программасы авалетле. Студияда мен Айша Шулакова чалышам. Эн актуаль хабирлер афында тамам шынды яйнымызда серетыныз. 80% рейбериджи разы руселелер анаясаға күрсетілечек түзетувлерге қол туттылар. Крымны четеле еті зәрет етті. Авропа парламентының мебуслары Русия анаясасына күрсетілген дүнішмелерге рейберювіні козеттілер. Крым Копорунден ілік юг тренлері кечті. Крым кене туристлері чуначық әнді весіқасы сви обсервациясыз. Ратлануф объектлері Русия регионларындан бірінші ратланғанларыны қаршылады. Русия Федерациясының анаясасына түзетівлер күрсетілуіне руселелерінің 78%-ға яқыны қол тұтты. Бұтын мемлекетті олғанына көре, Қырым сәкінлерінің қатнашуы 17%-ға юксекче олды. Бөле мәліматны Жұмхуретінің Саляф комиссиясы хабер әтті. Эсас қанунға түзетівлер күрсетілуіні қырымлыларының 90%-ы қол тұттылар. Йоқ деген жевапны 9% адам қойды. Эксперт ве сиясет шынасыларынен рейберувінің нәтижелері ақында мұхбірлеріміз қонышты. Крымылар анаясаға түзетулер күрсетілуі бойынша рейберуде фаал иштирак эттілер. Бу сефер бутун Русияда сайлав нуқталары 7 күн девамында чалышты. Рейлерні бүгін саба сайып бытырдылер. Крымның сайлав комиссиясы бюллетенлерінің 100%-ына угренді. Мемлекетнің эсас қалына дынышмелерге 90%-дан зияды кышы қол тұтты. Йоқ деген жевапны 9%-дан зияды адам койды. Умумен Крымда қатнашу 82%-дан зияды олды. Лидер у нас Черноморский район. 33 УИКа, 23390 голосовавших, результат 91.87. Юксек қатнашуыны Дәвлет Дума мебусы Руслан Бәлбекте қайдетті. Орей Беровның нәтижелеріне 2018 сенесінің президент сайлаулары референдумнен қиясылады. Впервые у нас, наверное, активность крымских татар вот сравнивается с общекрымской активностью. Это говорит о том, что интеграционные процессы в целом смогли нивелировать всевозможные барьеры внутри самого общества, которые, к сожалению, сохранялись как некие пережитки, вот, сформированные до 2014 года. Дәвлет мемлекетаралық комитетінің рейсі Альберт Кангиев қайдеткеніне көре, ана есаға күрсетілген түзетулер Русияда яшаған эпосы халықларының менфаатына қорчалай. В мире, когда происходит глобализация, когда стираются многие народы и нации на фоне этих процессов, то Российская Федерация сегодня в основной закон внесла такие поправки, которые дают основание полагать, что все мы, живущие в Российской Федерации, в Крыму в частности, будем спокойны за свою культуру, за свой язык, за свою национальность. Одна из причин, конечно, это социальная причина. То, что социальные гарантии, которые введены и будут в положении Конституции, это поддержка семьи, это означает поддержка материнства и детства. А это решение демографической ситуации. Умумен Русия Федерациясының анаясасына 46 түзету көрсетілді. Енді оларыны қанунлар мейданына кешірмек керек. Воля народа высказана. И теперь эту волю нужно будет воплотить вот в законодательном, прежде всего, поле, а потом и в практическом проведении этой политики. Поэтому я думаю, что на протяжении предстоящего десятилетия мы ощутим реальные изменения в своей жизни. Экибин Егором Сенесы Мартның 11-де Совет Федерациясының топлашуында мемлекетнің эсас қанунына түзетулер көрсетілуі аққында қанунны қабыл етілген еді. Енді сайлаулардан сон рейлерінің эксерияты оларына алғышланған сон президент Эмір Чықаражақ. Бұндан сон анаяса она көрсетілген түзетулер иле ресми шекілдене шыр етілежек. Султани Истакаева, Севиля Меметова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Крымны четелден келген мебуслары еті зиярет етті. Авропа парламентының ве Авропа муниципалитетлерінің мебуслары о зияретінің мақсады оларақ. Крымлылар насыл шекілді рей бергенлері қайдеттелер. Сайлав ноқталарында бұлынған ве сайлавчыларынен қонышқан сон мебуслар о снетижелеріні чықардылар. Олар насыл олғаны ақында бұзым левқамызда. Четеле етінің келуі жұмхуретті чоқ адамны шашырты. Екі күн девамында муниципаль ве Европа парламентлерінің мебуслары Қырымда анайсаға түзетівлер күрсетілеву бойынша рей беру в кечі шатыны көзеттілер.
Где бы ни проходил референдум, независимо от страны, это уже очень позитивное событие. Изменения в Конституцию и вообще тот факт, что у людей спрашивают их мнение – положительный момент. Бугун парламентарийлернын Кырымда кечирген соңки күнлери эда. Улар саляв нукталарында булунган ве салявчыларынын кунушкан сон, гражданларга өз чечимин япмалары үчүн эпси шарайтлар яратылганын кайдеттилер. Эпидемияга каршы эпси чарелерге риаят этилди. Мусафирлернын фикрине көре, эн муйму салявчылар өз чечимин анлы япканыдыр. На тех избирательных участках, где мы были, мы видели, что людям выдают брошюры, где объясняется содержание предлагаемых поправок, и сложные юридические моменты объясняются легко. Берлин парламентынын мебусы Гуннар Линдеман Кырымда 5-нче кере булуна Оялта кечирилген халкара иктисади форумда иштирак эткени да эркелген сайын ярымада да яны муз беденишмелерин кайдете. The infrastructure is developing. The streets are renovating. Меняется инфраструктура, строятся дороги, построен мост, который обеспечивает как автодорожное, так и железнодорожное сообщение. В целом прогресс налицо. Делегатлар кыска Аматойгун программа чертевесинде Ахмеджит Ялта Виалупка шерлеринде булундылар. Они отметили, что голосование было организовано на высоком уровне с соблюдением санэпидемтребований. Первое. Второе. С соблюдением демократических принципов и законов Российской Федерации. Четель ийетнын зияреты медени программанен екүнленди. Мусафирлер бир сыра тарихи жерлерин зиярет этечекler. Уларнын арасында Ливадия сарайы да бар. О жерде 1945-нче сенесинден берли Ялта конференциясы кечириле. Энди акшам мусафирлер ярымаданы терк этечекler. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Виталий Голубев, Милет үчүн. Кырым Копорунден илк юк тренлери кечти. Кытанен ярымада куруджылык мальземелери ве махсус техниканен алмаштылар. Кырым ве Кубань арасында юк багынын чалыштырма эмрыны Кырым елбашчысы Сергей Аксенов Яхьяр шеринде губернатор вазифесыны вакытынча эдда эткен Михаил Развожаев огунде Русиянын нахлет везири Евгений Дитрих берди. Мевзунун девамы бызым левхамызда. Багирова разрешаю отправить поезд 2001 назначением на станцию Тамань. 100% азырлық ве мына ел ачылды бойлы етіп, юк тренлерінің бірінші чифті Кырым Копорунден кече. Ярымада Вирусия Федерациясының қыта қысымы арасында дымыр ел юк әрекеті вақытында башланды. Атты коронавирус кедер етмеді. Кырым махсулатынен толу трен Кубань тарафына ел алды. О керич ве сода алып кетті. Кытадан исе якарлық кубре ве махсус техника кетірілі. Энді Русияның кыта қысмынен маллар алмашуы тізілді. Для нас проблема была все эти годы. Это доставка топлива. В данном случае, что, конечно, там влияло на ситуацию. Это доставка стройматериалов на территорию Республики Крым. Вот уверены, что с открытием грузового железнодорожного сообщения эти проблемы уйдут в прошлое. Юг демирьол багынын чалышы башлаганы яны имкенлар ача. Эки тарафха да мал ташылуы эпортажах. Акимия демирьолдан юг ташылуы махсулатнын фиятларны эксилтменки имкен беречек деп умутете. Использование железнодорожного сообщения позволит, во-первых, снизить стоимость доставки на 30-50% в ряде случаев. Во-вторых, мы понимаем, что эта доставка станет быстрее и более гарантированной. Невбеттеки тарихи вака. 80 метрлик юг теркеплері Кырым Копорунын кемерлері тубунде бір-біріне қаршы раст келе. Илк елчылар тренны Кырым Копорунден 2019 сенесінің декабрь айында кешкенеді. Бұ вақыт ішінде Керич боғазындан 250 бинден зияды елчу ташылды. Копорунын араба қысымдан 10 миллион машина кешті. Наклет Дамартанын кечирилүү имканы бир суткада 12 чифт юк тренидир. Бу ал бир жылда 13 миллион тонна юкну ташымага имкан беречек. Бунун 3-тен 1 пайыны бу жылдын сонуна же жеткизмеге планаштыралар. Айша Шулакова, Диана Бекмамбетова, Милет үчүн. Кырым бірінші туристлеріні қаршылай, жұмхуриетті сынырлануылар ляғу әтілді ве ярымада Русияның эпсі гражданлары үчін ачылды. Ратланы жыларынен толу бірінші учақ Москвадан Ахмеджитке келді. Тапсилятлы жәлев қамызда. Бұ Кырымға келген туристлер іле учақлардан бірі. Бүкінден ярымадамыз Русияның дегер регионларындан келген сәкінлер үчін ачық, весиқасыз ве обсерваторсыз. Москвадан келген учақ Ахмеджиттеке авалиманда қонда. Кырым әвелке кібі туристлер үчін севімлі ердір. И надеялись, что не попадем в карантин, и не попали.
Бурлак курантасы Иркутск шерінден келді. Сибирь сәкінлері джинюби тарафларға бірінжі керек келділер. Кезлевде ратланмаға ниетленелер енді пансионатта ерлерні де брон еттілер. Татильны коронавирус себебінден башқа вақытқа кечірмек керек олмады деп хуваналар. Получилось удачно, что Крым разрешил нам приехать, и мы с удовольствием воспользовались. За здоровьем приехали, за солнышком. У нас в Сибири этого мало. Шымдылік елчылар маскаларда ве қолчақларда учмаға мечбурлар. Бұқайды тек учақларға дегіл, авалиманларға да дарқала. Хавсыз месофені істесен біле риает етмеге чаре йоқ. Симферополь адлы авалиман тепловизорлар иле донатылған. Епсы елчыларның ве авалиман хадимлерінің сыжағыны өлчейлер. Ер вақыт генераль темізлік кечіріле. Роспотребнадзор идаресының талапларына көре санитар чарелер бақыла. Внутри терминала аэропорта Симферополь расположены десятки вот таких вот диспенсеров с антисептическими средствами. И каждый пассажир может их использовать по своему назначению, дезинфицируя руки. Енді июня айында сынырлануф лягу етілген сон майыс айына баққанда рейслерінің сайысы дорт кереге артты. Маршрутлар ағы есе 11-ден 46-ға жи юкселді. Июльнің бірінден Қырымның авалиманы үчін юксек туристик мевсімі башлана. Маршрутная сеть увеличилась до 46 направлений полетов. В июле маршрутная сеть также будет расширяться еще больше. Количество рейсов возрастать. В частности, только из одной Москвы в июле по сравнению с июнем количество рейсов вырастет в 5 раз. Бұйсе Авалиман вокзалында Френкистанның кичі қысмы. Қырым пайтақтына яқынлашқанда, ерім адамызның мұсафырлері ұчақның пенджерелерінден лаванда тарлаларыны көре білелер. 6 гектарда 19 бин лаванда чалысы осе. Берабірлікте олар деніз далғаларыны андырған манзараны ярата. Елчылар үчін бұл гүзелік ұтрафында ресім чықармаға имкан яратылды. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Милет үчін. Қырымның шифаханелері, отель ве мұсафырханелері туристлеріні қабыл етмеге азырлар. Жумхуретіміз Русия регионлары арасында учақларға билетлер сатын алынувына ве брон етілген ратлық ерлері бойынша лидер олды. Қырымның ғарби қысымында туристлерінің насыл қаршылағанлары ақында Невбедекелев ғамызда. Зоя Бутыгина Эмин Адымларнен шифаханенің регистрация масасына келе. Омында дайми мусафыр. 10 йылдан берли эр яс ратланмақ үчін сақ шырны сече. Как вы тут без нас проживали? Рады видеть вас. А уж мы как рады. Шывахане қарадыныз ве уникаль сақ гүлі арасында ерлеші. Ратлануны семерлі тедавилевнен бірлештірмеге мүмкін. Тамам бу ал Подольск шырының сәкініне келіше. У меня 29 июня был. Я написала заявление на отказ. А потом отказалась от отказа и приехала сюда. Бүгінгі күнден башлап, Қырымда курорт мевсімі ресми шекілді ашық. Ама тек мемлекетіміздің сәкінлері үчін. Ярымадаға келген мұсафырлер енді коронавирус тестлеріні тапшырмай жақлар. Обсервация да олмай жақ. Тек ковид ақында справка керек. Шифахане чалыша вирусқа қаршы чарелерінің епсіне риает етілі. Ресепшн ве корпусының кірішінде санитайзерлер бар. Табанда чызылған сызықлар қавсыз месофені белгілейлер. Номерлерде күнде бір кере генераль темізлік кечірілі. Тегіз ерлер ісі әр 2 сатта сүртілі. Емшақ мебеллер ве матрасларының үстінде бұвнен үшленіп кечірілі. Соблюдаем все меры Роспотребнадзора. Так что добро пожаловать. Мы очень ждем. У нас безопасно. Қырымның ғарби тарафы ратланғанларыны чамур тедавилевнен джелпете. Минераль суф рапа ве сақ гөлінің чамуры пек шифалы сайла. Дүнияда оларының аналоглары йоқ. Шифаханеде бин ратланыджы сыға біле. Мында июня айының ортасындан тек Қырым сәкінлеріні қабул әте еділер. Шымды есе мемлекетіміздің епсі регионларындан келе білелер. Август-сентябрь у нас продан практически полностью. В июле еще есть свободные места. То есть сегодня самый большой заезд, первое число, у нас на заезде 160 гостей. Бүгін Ярымаданың пляжлары да ресми шекілді ачылды. Бүсене оларының сайсы 450-ге яқын. Пляжда маска керек дегіл, НСА-сы қавсыз месафе қалдырмақ. Айлелер үчін бұй істесіна. Шезлонглар арасында 2 метр олмалы. Әр бір мұсафырден сон олар дезинфекция әтілі. Умымен Қырымда аман-аман 1100 шифахане ве мұсафырхане. Емді 2700-ден зияды мини-отель бар. Енді брон етілі фюксек дережеді кемер отеллерді ОНД 90% гаетта. VIP-сегмент уже практически весь разобран. Наши популярнейшие объекты размещения, которые хорошо себя проявили в предыдущие годы,
Уже свободных мест практически нету вообще. Июль, август и бархатный сезон, мы думаем, мы поработаем очень плодотворно. Июльнен бренден башлап аквапарклар, бассейн, бала уйон одалары, тренажер ве фитнес-заллар, спа-комплекслер ве хамамларнын иши башланды, сынырлануулар алынды. Июльнен дортынден эсе шерден тыш бала лагерлеры чалышып башлайжак. Айша Шулакова, Асан Ибрагимов, Милет Ичон. Самоизоляция не замыль агуэт Ильгенсон, бала паркындаки аттракционларда яны дан чалышы башлайлар. Шен байырчыкларда Кезенев. Козетев Копчегинден ачылган ажайып манзараве дигер эдленчелер энді ачых. Тек бірден ішме бар. Энді мында ралтанған адамлар хавсыз месафеде булынмақ кереклер. Буақта бізім левхамысны серетініз. Начинаем с перил. Рабатываем перила. Аттракционлардың оператор-механигі Артем Олешко шен байырчыкларына чалыштырмыздан әвел отурчычыларыны якшы етіп дезинфекция етті. Оның айтқанына көре, зеречілер 1,5 метрлік месафесіне реает етелер. Садится человек, берется за ручку, и он по монорельсе, по подъемами вверх-вниз начинает кружить. Дивимо самоизоляция Дансон аттракционлар чалыши башлады. Кырым сакинлери балаларнын бере-бере атланмах имкенына куваналар. Ощущение это вот очень-очень классное. Все дети хотят и покататься, потому что в квартире нечего делать, и все горки открылись, площадки, это, конечно, все радует. Единственное развлечение у наших детей это в этом парке. Я теперь буду с младшим братом сюда приходить. Вон дети радуются, вот еще сейчас карапуза пристроим, будет классно. Баш айландырыжы учуфы бирден эйниш. Сюрприз деген аттракцион башта тегерек айланып сүрятыны артыра. Сонра көтерілеве текине айлана. Оны үксікліктен қорқмағанлар севелер. Бала паркының матбуат кәтібі Светлана Клевтко айтханына көре хадимлер үшлеріні сағындылы. Ве аттракционлар ачылуы тек зеречілері чүнді гилді, олар чүнді хуванчылы олды. Не было посетителей, аллеи были пустыми. Все ждало наших посетителей и готовилось к открытию. Мы не просто сидели, ждали, ну когда же мы уже откроемся в конце-то концов. А мы именно целенаправленно проводили все мероприятия для того, чтобы наши все аттракционы стали не только красивыми, но и безопасными абсолютно на 100%. Ахмезджитеки балазе речелерыны 5 тензия де аттракцион беклей. Бушен байырчыклар козитюв копчеги, тренчик ведигерлер. Сабина Динеева, Арсен Фукала, Милет Ичун. Аквапаркларның іші бойынша сынырлануулар да лягу етілді. Бұл Қырым Жумхуриетінің елбасшысы Сергей Аксеновның қарары. Кезлевде ерлешкен су фегленчелері меркезі ратланғанларыны насыл қабыл етмеге азырланғанын Султан Еситакаева біле. Кизлевдеки аквапарк бірінші мусафырлеріні қабыл өтмеге азырлына. Кіріштені зарет кешірілі сүджақ өлчене қолларының дезинфекциясы япыла. Эр екі саат ішінде билет сатқан кассада санитар ішлев кешірілі. Мында генерал темізлік япыла, комплексын Хадима Владислав Носов бала бассейнна темізлей. Подпитка воды у нас постоянно здесь включена через нижние форсунки. Вода, остаток воды уходит через переливы. Вода постоянно циркулируется. Также детский бассейн у нас находится с подогревом. Хадимлерге зиманевит техника ярдым эте бассейнлерна робот темызлей. Окычык чоплюкны чамур ве кумны топлай. Умумен аквапарк территориясында 5 бассейн бар. Эпысы техник незареттен кечті. Сонра оларны темыз сумнен толдырдылар. Сумманда темызлене рефильтрациядан кече. Мы контролируем каждые 4 часа, делаем анализ вручную. У нас есть эталонный прибор, с помощью которого мы делаем исследование воды в 9 параметрах. Су аттракционларыны да тамерледелер, бутунли пластик ортусына деніштырделер, шымды олардың хавсызлығына куртарыжы инструкторлар тешкере. Горки безопасны, абсолютно чистые. Мы еще раз проверяем слаженность работы горок, как бы функционирование и безопасность для людей. Бассейн янында шезлонгларны ерлештіры башладылар. Эрше Роспотребнадзорның талапларына уя. Оларның арасында 2 метрлік месафе қалдырыла. Эрбір мусафырден сон мұтлаққа дезинфекция кечірілі. Конечно же, мы будем предпринимать все меры относительно безопасности наших посетителей. Это в первую очередь. Наш аквапарк рассчитан на семейный отдых, но для нас это очень важно. Су меркезі чалышы башламаға азыр. Июльнің дортынде Қырымның сәкінлері ве мусафырлеріне бассейнде юынмаға ве су аттракционларындан таймаға имкенлар ачылажақ. Султан Истакаева, Ирвин Эмиралиев, Милет Ичун.
Ахмеджиде Екатерина бақчасының капиталь тамираты белгіленген график бойынша алып барыла. Паркта коммуникациялар дініштіріле ве енді плитканы төшеп башладылар. Лейха бойынша бақчада маса үстіндекі ойынлар үчін мейдан донатылачақ. Чешме реконструкция тілечек ве яқырықлануф кечірілечек. Ишлер апрель айында башланғаны да паркта не заман кезінмеге мүмкін олачағыны Эльмас Аблакимова біле. О, поехали, аккуратно. Ишчилер Екатерина бақчасында бордюр ташыны ерлештерелер. Ербір блок 20 килодан зияде чеки абеде. Яндаки ерде оларны ерлештіріп битірділер. Бұйсе ишінің 30% зиянды плитканы тешемектен евел топрақны бастырмақ керек. Абаданлаштыру в Бусининын апрель айында башланды, ишлерні уч басамаға бөлділер. Первый этап – центральная часть с установкой памятника Екатерине. Потом второй этап – это вот эта центральная аллея вдоль улицы Ленина. И третий этап, который сейчас выполняется в рамках формирования современной городской среды. Екатерина бақчасының абаданлаштырылуына тахминин. 50 миллион рублей айрылды паркта маса үстіндеки ойынлар үчін мейдан донатылачақ. Бұндан ғайры кейк өсімліклер бақчасы сачылачақ, чешме реконструкция етілечек ве ярықлануф кечірілечеклер. Ағыр техника чалыша. Экскаваторлар су боруларыны ве электрик кабеллеріні кечірмек үчін траншеялар қазалар. Ишчелер бу арада қалдырым елочықларыны төшейлер. Ложим брусчатку, это природный камень. Просто прибиваем все. Потом сверху проходим гидроплитой, чтобы это все было под одно лицо. Шынды капиталь тамира тек 20%-ға бежерелді ишлерні сентябрь айына жүкенлемеге ниетленелер. Эльмас Аблакимова, Асан Ибрагимов, Миллет үчін. Русияда екене дәвлет имтияны башланды. Бірінші күні бинлерче қырым талебесі әдебият, информатика ве география фенлері бойынша нәтижеви аттестацияны кештілер. Имтиян кечірілген бір ноқтада бізім телевизион тақымымыз да болынды. Мевзуны Султане Ситакаева девам етек. Ахмеджитеке екінші санлы мектебінің кірыш одасы бір қаш саат кені зарет етілген кечу ноқтасына чевірілді. Бүгін мұнда мезунлар география фенінің тапшыралар. Бірінші нөвбетте қауіпсіздік дистанциясына риаят етілген талабелер мектепке екішер олып кірелер. Сонра әлдеріні дезинфекция етелер, весі жақларыны тішкерелер. Бұндан сонда қатты незарет девам етте. Балар металлоискательден кешелер телефонларны тапшыралар. Озлерінен тек паспорт, қалем ве су алмаға мүмкін. Жеделікке ве незаретке бақмадан мезунларының кейфі яқшы. Год готовился, надеюсь, да. КФУ хочу на туризм. Экзамен довольно сложный. Много надо знать, много нужно про Россию точнее знать. Какие есть великие города у нас, какое население в них. Мизун Елизавета Цхафрёбова, география Джоулмага, РСТ Москва, Дауку, Мага Планлаштыра. Азырланов чох вақтымны алды дей, тек озуне ишана. У меня удача, это я все. Хавсызлықны полис хадимлері имтянлар кетишатыны есе джемиет козет джелері незареды телер одалар видеокамераларнен донатылған. Анда рециркуляторлар ерлештірілген маскалар ве колчаклар бар. Порядок проведения государственной итоговой аттестации остался тот же. Единственное, что добавились конкретные пункты по соблюдению правил безопасности. Участникам данного экзамена разрешается проносить линейку, непрограммируемый калькулятор и транспортир. Буяс умумен жемхуриеті 10 000 мезун имтиян тапшырады, олар үчін 77 ноқта ачылды. Бу имтиянның нетижелеріні олар июль 17 күні білежеклер, рус тіліні июль 6-7 күнлері тапшырадылар. Султан Истакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үчін. Еш адамлары үчін 43 миллион рубле, 17 фермачы Қырымның қой қожалығы везірлігінден грант алачақлар. Еш адамларына айрылачақ инкишаф паралары фермачыларға қол тұтып системасы ве қой кооперациясының инкишафы адлы регионал лейха чәрчевесінде берілечек. О Қырымда кешкен сенеден берлі чалыша. Грантны әлде еткен фермачылар өз агростартапларыны насыл ішлеткені ақта бізім левхамызда. Чохрақлы шегелі қойынде текенсіз бұрылген асырайлар. Олардың берекеті пек бұйық мұнда бұр чалыдан 15 килоға жиемі жимаға мүмкін. Қалған ерде ачы қавада қырмызы торғай үзімі өсе теплисаларда әсе жилек пішім. В этих туннелях у нас организовано боковое проветривание. То есть мы сами нашли схему, подумали, как сделать. Потому что летом здесь не то, что собирать, здесь просто растение не растет. Очень-очень жарко. И также у нас есть фан-койлы. Буквально в том году мы их приобрели, установили. Работают они от воды.
То есть мы подаем холодную воду, они дуют холодным воздухом, горячим, горячим. То есть как кондиционер? Да. Руслан, яш ферма джиоки бенон еда синеса джумхуриетнан койхо джалога визерлегенден грант эльдиетта. Бу 1 000 000 рублей параларга теплицалар текледа ви обратный осмос деген аппарат сатан алды. Вышей суны ихтисат этмеге ярдым этежек. Он очищает воду от ненужных минералов, солей. Под высоким давлением вода подается на мембраны, вот их 3 штуки. Производительность у него 3 куба в час. Суну фильтрация япмах ичун бір дөгмеге басмаға веб бір хачсан ебеклемеге керек беждахадан сон енді темезленген суф ер бір осымлекненін түбінде ақа. Бусене Кырымның қой қожалық везделегенден 17 фермачы грант алажақ. Бұ фермачыларға қол тұтов системасы ве койк операциясының инкешафы адлы региональный хат черчевесінде айрылған 43 миллион рубле. Деньги, конечно, даются для того, чтобы поднять производство сельхозпродукции в Республике Крым и поддержать именно малые формы хозяйствования, это начинающих фермеров. Вот в данном случае национальный проект, он направлен на то, что участвовать в нашей программе могут не только крестьянско-фермерские хозяйства, которые зарегистрировались в этом году. Вот поддержка оказывается вот прям начинающим. Дохоз юзбенден 3 миллион рублей еже. Бухадар параны енді яқын күнлерде береджеклер. Алмасы Блакимова, Асан Ибрагимов, Миллет үчін. Бүгінде бухадерлерінің эпседі телеканалымыздан айрылманыз. Куранталарымызда дайма куванш ве берекет олсын. Салықнен қалыныз.